27 февраля войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сломили сопротивление противника западнее города Хойницы и за 4 дня наступательных боев продвинулись вперед до 70 километров. В ходе наступления войска фронта на территории Померании овладели важными узлами коммуникации и опорными пунктами обороны немцев и с боями заняли более 100 населенных пунктов. Бреслау. Наши войска, продолжая бои по уничтожению окруженной в городе группировки противника, заняли 12 кварталов. На территории Чехословакии, северо-западнее и западнее города Лучинец, наши войска с боями заняли населенные пункты Вигляш, Свол, Слатина, Боровины, Грабов-Грунь, Аремов-Лан, Сеноград, Младоницы. За 27 февраля на всех фронтах подбито 29 немецких танков, сбито 6 самолетов противника.